Быть или не быть в волне новогодних корпоративов в 2022 году. Вы спасены. У нас есть вакцина от рака. Здравствуйте, в эфире «Универньюз», в студии Илья Андреев. Казанский федеральный университет представил модель работы Центра по организации временной занятости обучающихся Департамента по молодежной политике Казанского федерального университета на первом онлайн-форуме центров карьеры вузов России. По итогам 2022 года КФУ занял 6-е место в рейтинге лучших вузов России по версии HeadHunter. Кроме того, по данным единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений работа в России, за 2021 год университет находится на первом месте в Республике Татарстан по численности трудоустроенных выпускников и на третьем среди образовательных организаций высшего образования России. Компания Microsoft открыла россиянам доступ к скачиванию операционной системы Windows. Подробности узнаете в следующем сюжете. Microsoft снова возвращается на российский рынок. Компания открыла доступ для скачивания операционной системы Windows на странице официального сайта без помощи VPN. Теперь установить можно как последнюю версию операционной системы, так и предыдущие. Возвращение, такая своеобразная оттепель со стороны Microsoft, это, конечно, хороший сигнал с учетом всех санкций, да, которые вводятся. Будем надеяться на дальнейшие положительные шаги. Уход Windows из доступа для российских пользователей произошел еще в марте 2022 года в связи с антироссийскими санкциями. Microsoft объявил о прекращении продажи своих товаров и предоставлении услуг в России. Также у пользователей возникла проблема с скачиванием утилиту помощника на установке операционных систем Media Creation Tool. А при попытке скачать операционную систему, сайт американской компании выдает сообщение: «Возникла проблема с вашим запросом». Наверное, они все-таки на такой шаг решились под каким-то давлением внешним, поскольку очень долго они боролись за то, чтобы на российском рынке лицензионно закрепиться, скажем так. Да. Все пользуются Windows, да, не все ее покупают, естественно. Вот. Сейчас, мне кажется, доля лицензионных машин, купленных, да, операционных систем, достаточно высокая была, да, вот, до начала всех этих событий. И Microsoft, конечно, логичнее было стараться всеми силами держаться за рынок, да, не уходить и поддерживать связь. Отметим, что отсутствие возможности скачать и обновить привычную и полюбившуюся операционную систему Windows россиян не смутило. Пользователи из России посмеялись над решением компании Microsoft запретить скачивание и обновление операционных систем Windows 10 и 11 на территории Российской Федерации, ведь это не помешает скачивать пиратские версии Windows. Основное отличие, по-моему, это только отсутствие обновлений регулярных вот этих пиратских версий, да, потому что она проверяет на частоту лицензионную. Вот. Собственно, это единственный минус, потому что кибербезопасность сейчас это важно, да, и поэтому лицензионную систему лучше иметь, конечно, которая обновляется. За время отсутствия Windows на российском рынке многие пользователи не заметили потери и работали в штатном режиме. Благодаря тому, что не произошло быстрого импортозамещения, оперативная система Windows не потеряла большую долю пользователей и не ушла в минус. Ну а как будут развиваться дальнейшие взаимоотношения, узнаем в ближайшее время. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. Новый год совсем близко. Это значит, что наступает пора корпоративных вечеринок. О том, как Республика Татарстан готовится к этому периоду, смотрите далее. Традиционно декабрь – пора новогодних корпоративов, подготовка к которым до ковидных времен начиналась, как правило, заранее, с отдельным бюджетом на артистов и угощения. Пандемия сократила горизонт планирования, добавив неуверенности в завтрашнем дне. В 2022 году сложилась другая картина. Многие предприятия либо вовсе отменили праздничные мероприятия, либо до сих пор находятся в раздумьях, уместно ли это на фоне текущей ситуации в стране. Отмена корпоративов связана с общей обстановкой в стране в связи с военной операцией. Просто в такой период люди не хотят устраивать масштабных празднований. Многие, опять же, уехали за границу. И людей, платежеспособных людей стало меньше. На самом деле это, да, влияет. Спад он есть. Замечают его все, и многие заведения в связи с этим закрываются, так как заведения уже просто не приносят прибыли. В связи с геополитической обстановкой в стране ресторанный бизнес действительно терпит некоторые потери. Например, снижение среднего чека. Россияне стали сокращать необязательные траты, в частности, расходы на развлечения. Как такие спады отразятся на малый бизнес?
конкуренция будет усиливаться, и вполне возможно, что часть заведений будет закрыта или сокращена, а малый бизнес будет вынужден переключаться на какие-то новые сферы деятельности, более востребованные в данный момент. Возможно, нужно будет переходить не на торговлю и сферу услуг, к чему наш малый бизнес привык, а на производство. Многие рестораторы, предприниматели переходят на новый концепцию. Лучше, чем в ресторанах открывать, лучше добавить несколько концепций, при этом понимать, что где-то могут заработать и при этом могут поднять средний чек. Одной из актуальных проблем сферы общепита является поиск персонала. Кадровый вопрос всегда остро стоял в ресторанном бизнесе, но особенно он стал ощутим после объявления в России мобилизации. По статистике, около 77% мужчин работают в сфере обслуживания, а это значит, что с уходом некой части мужского населения в общепите возникли проблемы. Многие покинули Россию. Не хватает поваров, официантов, барменов. То есть прям очень большая нехватка персонала, и она ощущается. Следующий год для казанского рынка будет турбулентным. Многим отраслям придется на лету подстраиваться под меняющиеся обстоятельства и искать новые пути работы. Ключевая задача предпринимателей – это сохранить коллективы, гостей и их лояльность. Алина Красильникова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Согласно статистике по онкологическим заболеваниям, каждый год в мире регистрируется примерно 10 миллионов первичных случаев. Ученые уже более 20 лет проводят исследования, чтобы выявить эффективные методы лечения и разработать ту самую вакцину, которая навсегда покончит с раком. Исследования методов лечения онкологических заболеваний ведутся уже достаточно давно. Иммунотерапия совершенствуется почти на протяжении 20 лет. Пока что такой метод может продлить ремиссию и общую выживаемость пациентов. Однако ученые не сдаются и ищут то, что поможет им побороть онкологию. К примеру, проект по разработке вакцины от рака в стенах научно-исследовательской лаборатории Open Lab генной и клеточной технологии длится уже около 4 лет. Это проект, который направлен на лечение онкологических заболеваний, в частности, вакцина на основе дендритных клеток. Она необходима для стимулирования иммунной системы, для уничтожения опухолевых клеток и для поддержания противоопухолевого иммунного ответа. Команда под руководством ведущего научного сотрудника Валерии Соловьевой на данный момент проводит эксперименты инвитро, то есть в пробирке. Сейчас исследование находится на той стадии, когда важно добиться воспроизведения положительных результатов. Как только это произойдет, команда перейдет к доклиническим испытаниям на мышах и крысах. Мы не сдаемся и пытаемся каждый год, каждый день найти решение проблем, которые встают у нас на пути. Собственно, это даже подстегивает, и мы надеемся, что однажды мы найдем то самое лекарство, которое может перевернуть историю человечества. Накануне Иван Филин, руководитель проекта, выиграл грант в конкурсе «Студенческий стартап». Ученый подчеркивает, участие в федеральном проекте позволило выявить и проработать проблемные стороны исследования. Лично для меня оно, конечно, играет огромную роль, потому что онкология, к сожалению, для человека, она, особенно в последнее время, везде и повсюду. То есть, и это несчастье, естественно, затронуло и мою семью, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы и родители гордились мной, и я смог что-то привнести в эту сферу. Проект уже неоднократно был отмечен и на других конкурсах, к примеру, Российским научным фондом. 1 миллион рублей в рамках гранта «Студенческий стартап» Иван намерен направить на открытие своего ООО, закупку необходимых реагентов для проведения экспериментов, а также на возможное расширение персонала своей компании. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универньюз. В Набережно-Челнинском институте Казанского федерального университета прошло традиционное учебно-воспитательное мероприятие «Крисмас». Подробнее в сюжете. 22 декабря на кафедре филологии состоялось традиционное учебно-воспитательное мероприятие «Крисмас», организованное Центром кафедры филологии. Целью данного мероприятия является ознакомление студентов с культурами европейских и азиатских стран, расширение лингвостроведческого кругозора обучающихся. Вообще начиналось это 5 лет назад с маленького мероприятия, которое организовало вдохновитель этого Рождества, война
Вайнахта Гульнара Тахкирьевна, тогда она собрала две маленькие группы в каких-то маленьких аудиториях, и они сидели и пели песни на немецком языке, были конкурсы на немецком языке. Но вот сейчас этот праздник, год от года он расширяется, масштаб у него становится больше. Интерактивные конкурсы и увлекательные задания способствуют формированию устойчивого интереса к изучаемым предметам. Создание творческих номеров предполагает не только закрепление полученных учебных навыков, но и дает возможность популяризации иностранных языков при дальнейшей профориентационной работе. Раньше у нас принимали участие только студенты, сейчас присоединились и преподаватели. И сегодня мы собрались, чтобы еще раз получить удовольствие нам, преподавателям, от своих талантливых и креативных студентов. И вам я тоже желаю, мои дорогие студенты, чтобы вы получили огромное количество эмоций положительных от вашего участия в этом мероприятии. Главное зимнее событие кафедры отличала эмоциональная насыщенность. Мероприятие было наполнено теплом, позитивом, песнями и танцами на английском, немецком, китайском, турецком, туркменском и других языках. В воодушевленной и дружеской атмосфере прошли конкурсы на лучший творческий номер и самую яркую стенгазету. По завершении мероприятия участники были награждены дипломами, памятными призами и благодарственными письмами. Амир Ахтямов, Центр Набережно-Челнинского института КФУ, Универньюз. Открытки из детства. Выставка под таким названием откроется 29 декабря в 12 часов в Музее Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета. Она будет работать в рамках крупной выставки «Магия стекла», посвященной Международному году стекла и 145-летию со дня рождения русского химика, академика, преподавателя Казанского императорского университета Александра Арбузова. На этом все. В студии был Илья Андреев. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!